Всем привет, ребят. Сегодня у нас битва гильдии на Юаске. У меня не было, честно говоря, последнее время заниматься битвой замков. Куча дел, поэтому сегодня мы сейчас постараемся по Бэрику все затащить. И постараюсь вам еще пару роликов заснять. Так, что у нас сегодня по битве гильдий? 391, 378... 393. О, 505. Поехали. Бести Warriors какие-то. Интересная раста. Интересные герои. Сейчас посмотрим на это все действие. Угу. Вот даже так. С воодушевлением герои стоят. Отлично. Так. Прея. Анубис. Так, ставим седьмое. Конечно, у меня не 12-й скилл, но попробуем сейчас через Фрею. Затащить его. Так, отлично. Ну, Фрейя у него, конечно, неплохо дамажит, я вам скажу. Смотрите, как моих зафигачило. Остался только один Некрос практически. Я говорю, Некрос, ворожай. Жесть, моим не хватает, просто тупо даже не хватает урона, чтобы убить. Вот наконец-то убили этого бугимена одного. Посмотрите, что делается, просто Unreal, 12 скиллы. Посмотрите, что делается. Просто жесть. А нуба просто слили, как какого-то нуба. От ары тут тоже толку особо не будет. Ну, как видите, такое себе. Надо собирать зеленого. Так, уберем Анубиса. Сейчас соберем зеленого смотрителя. Попробуем с ним. Так, кто тут у нас есть? Стрелок, Фрэнки. Можно вариант попробовать Фрэнки, либо попробуем Седну. Давайте такой вариант попробуем. Так. Сейчас пробегусь по предыдущих топах. Так, ну тут у нас все попроще будет. Однозначно. Вот как видите, вот как Фрейя вражеская сейчас блокируется у меня. Самое главное, чтобы, конечно...
Ну, как обычно. Ара даже не сработал. Я не знаю, я вот смотрю на эти уроны, как-то смешно просто смотреть. Герой с порочным пактом урона практически не наносит. Так. Давайте попробуем сюда вот так вот сделаем. Вот хил. И плюс. Вот, это сейчас должно отлично все зайти. Два подхила есть. Ну, самое основное, что у меня есть зеленый хранитель, который, как видите, налаживает молчанку. Вот в чем вся прелесть. То есть Фрейя, даже если мы не наложили на нее молчанку, сейчас, то, в принципе, этот хранитель, он и восстанавливает, и накидывает молчание на вражеских героях. То есть вот это вот меня сейчас, в принципе, и спасло в прохождении. Просто если был бы критовый, критовый на PvP такие мелкие локации, там забытые подземки, этот более универсальный. Так, окей. Поехали следующего. Так, Охник, Стрелок, Ворожей. И тут у нас Фрейя, окей. Кидаем так, так. Видите, вот активировали мы даже вражеского еще ару. Так, Сидну у нас как-то очень быстро слили. Так, вот мы дошли до вражеской Фрейи. Но блокирую. Вот опять, видите, заблокировали без проблем, в принципе. Вот ара сработал отлично. Добрались мы до Некроса. Говорю, тьфу, ты Некроса путаю с Акникрылом. Видите, пару дней не поиграл, уже забыл героев. Ара, как видите, очень полезен. Если там списывали его со счета уже, ну, на битве гильдии он все-таки, если вовремя ударит, он реально поможет. Опять мы потеряли только эту седну. Так, поехали дальше. Такая вот расстановка. Вот здесь, конечно, более проблемно, потому что они более кучно все стоят. Тут надо как-то попробовать вытащить сюда от Фрейи голубя. Ну, что-то не хочет тащиться. Так, 25-5%. Ну-ка, давайте так попробуем восстановить. 34-35. Так, нет. Ой, не на того напал. Так, вот наложили молчание, отлично. Фрейю слили, так, нашего ворожея слили. Или не слили вражескую Фрейю, нет, еще не слили, к сожалению. Но у нас есть дерево. Ой-ой-ой-ой, 56%. Вот это, конечно, я сейчас попал в просак. Посмотрите, что делается, посмотрите, какое восстановление. Я, честно говоря, офигею. А, у меня дерево далеко, в принципе, отлично. Должны. Главное, чтобы к дереву. Ну вот у меня тоже 12-е скиллы стоят. Уже ворожея отхилили. Они просто не могут сейчас слить вражеского огника. Ну, молчанку давайте. Вот, наконец-то. Опасно это было. Проспал проценты. Но опять же, тот же самый вариант. Два героя, которые оживляют, плюс атаку дают, плюс дают деф. Так, отлично. Поехали дальше трешивать. Так, что у нас тут? 378.
381. Так, придется еще этого пройти и будем мучить последнего. Так, тут у нас понятно. Проверяем, кого мы там будем изначально сейчас валить. Кстати, расстановка очень неплохая. Можно, как видите, посливать героев даже с оживой, потому что у меня срабатывает зеленый смотритель. И мне это очень нравится. Тут даже если мы сейчас сумеем, когда Огнекрыл потеряет форму Ложи Молчания, даже сумеем его слить без проблем. Попробуем такой вариант. Ара блокирует с одной стороны. Вот, отлично. С другой стороны можно ворожая подкинуть. И можно даже огника кидать уже. Ну вот, видите. Так, ара, давай. Вот заблокировали, отлично. Ну опять та же самая ситуация. Огнекрыла слили. У нас осталось на запас дерева против Фрейя, в принципе, все. Вот так вот, ребят. В принципе, опять же, потеряли только Седну. Нужно героям 12 повкачивать тоже. Так, отлично. Восстанавливаем и идем попробовать добить топа. Так, тут, конечно, плохо то, что они все стоят кучно. Вот это самая большая проблема сейчас у нас будет. Ну и, конечно, хотелось бы сейчас Фрейю вытащить сюда. Нет, посливали, как видите. Дерево у нас тоже, наверное, не спасет. Но попробуем. Главное, проценты не набрать больше, чем нужно. Да, осталось только Фрейя. Ну, честно скажу, вот это вот, смотрите, мы сейчас... Даже до Огнекрыла дойдем, если получится или не получится уже Фрейю завалить. Не, смотритель, скорее всего, не успеет восстановить. Или успеет? Успел. Успел, но что-то маловато от хила. А, там ограничение в отхиле у нас стоит. Так, 35%. Не. Огнекрыл, конечно... Классно, но выставлять сейчас огника один на один не вариант. Ну, пробуем еще разок. Пробуем зайти со стороны Огнекрыла уже. Ну, видите, да, как посливали моментально со стороны Огнекрыла. Так, наложили молчание. Не вариант. Надо сверху сливать всех. Так, буги-вуги, иди сюда. Иди сюда, родной. Надо было ару выпустить раньше немножко. Пробуем такой вариант. Такой вариант не катит.
не успевают они разобраться. Видите, сейчас они бьют в огне крыла. У него стоит ограничение. Так, хорошо, пробуем. Раз, два. Ворожай отсюда. Этого оттуда. Дерево. Ну, молчание. Нифига. Просто надо качать 12-е. Так, пробуем отсюда со стороны стрелка тогда забежать. Так, разоблочил. Разоблочил, но только толку никакого. Так, ну 31% это меня не сильно устраивает. То, что седна пошла немножко не туда. Но у нас остался один огник. Ну все. Не все. Блин. Такой заходик. Практически на надрыве. 45%. Ну что, ребят, бьемся до последнего. Я думаю, смысла выходить уже нет. Пробуем. Пробуем со смотрителем. Если это нам поможет. Оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу. Ну, я думаю, ребят, это, наверное, скорее всего, будет слив. Если он так распотрошил моих. Ну, чуть-чуть. Есть, ну просто красавчики, обожаю. Вот это, ребят, называется интересная битва гильдии, когда ты проходишь с шансом слива максимальным, вот это трешачок. Все, пишите комменты, подписывайтесь, как обычно, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.